народные песни, которые нам пришли, нам пришли из далеких времен. Песню, которую мы сейчас исполним, называется «Вчера хор», о нашем герое, люди 17 века, как нам сказали старейшины. И также я его исполнит легенду о инструменте, который называется «Игил». И в нашей культуре мужчины не только играют в одиночку, но и встречаясь на праздниках, участвуют в соревнованиях, ну, не то что музыкальные фестивали, а есть активные праздники, где присутствуют семьями, кланами, играют, музицируют. Наши традиции очень приветствуются импровизации, вариации на песни. И также Кайгал-ool исполнит в стиле «Таха», разные горные тарга. Добрый вечер еще раз. Thank you.
Bapa.